Добрый день! Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». Пришло время закупаться продуктами, но где-то на 1,5-2 недели куплю. Заодно вас ориентирую по ценам, какие на начало декабря 2023 года на продукты в Турции. Вот. Куплю рыбку. О, сейчас меня задавят. Куплю рыбку в Мигросе. Печень. Сделаю печеночные оладушки. Ну, посмотрю, если будут желудки, возьму. На обратном пути забегу обязательно в овощную лавку. С червонкой ходила гулять, увидела, там брокколи продается. Хочу брокколи, мне прям, я ее здесь настолько полюбила. Она такая вкусная. И забегу еще, куплю себе на завтрак авокадо в Биме. Тоже они здесь буквально через 2 дня поспевают. И такие они, ой, ну они такие вкусные. Время начала 11-го. У нас ходили с червонкой гулять сегодня рано утром, где-то 5:30 утра. Вот, у нее живот болел. Мы с Денисом дотерпели, пока хоть чуть-чуть станет светло. И пошли с ней гулять. Было 6 градусов на улице. Так, ну я, наверное, сразу зайду в А101, посмотрю, есть ли куриная печень и желудки. Если нету, тогда в магазин сечь еще сбегаю на обратном пути. Показывала вам в прошлый раз, тут специи классные были, что-то все разобрали. Хотела домой взять, в Россию. Пока взяла вот только 2 какао себе. Так, что тут еще интересного есть у нас? Перловка 18 лир. В русских магазинах она дороже. Смотрите, ВАЗ-101, сыворотка сейчас появилась с витамином С и средство для умывания. Так, ну у вас 101 взяла я немного, обязательно вам покажу, что купила, и расскажу, сколько стоит. Печень была в наличии, но я брать не стала, что-то как-то от нее пахло не очень приятно. Так что придется в другой магазин забежать. На солнышко выходишь, прям жарко становится. Мы сегодня собрались в Аланию ехать, и не знаешь, как одеваться. Хотела сказать спасибо большое, что написали мастерская, где находится для велосипеда. На этой неделе с Денисом собираемся туда его дотащить и отремонтировать. И наконец-таки я опять буду с автомобилем. Решила сразу зайти в шоп, посмотреть здесь печень. Смотрите, вот зеленые мандарины, они такие вкусные, сладкие. 9 лир сейчас. Так что тут еще у нас интересные по акции. Шампуни по 55. Ну, пойду посмотрю. Смотрите, что тут такое интересное нашла. Кто знает, что это. Понятно, что йогурт, но, не знаю, 3 лиры стоит. Хотела вам показать вот эти вот панировочные сахари. Очень вкусные, 8,40 стоят. И покажу сейчас вкусные огурцы малосольные. Смотрите, какое разнообразие домашних тапочек в Мигросе появилось. Теплые, полусапожками. Теплые носочки по 39,90. Такие вот супер теплые, 99 лир. О, смотрите, новогодние 44 лиры. Надо Настежке купить. Так, ну все, я вышла из Мигроса, набрала рыбы себе. Теперь мне ее надолго хватит. Очень нравится, что здесь ее сразу разделывают. Там филе, стейки, как скажешь, так тебе ее и нарежут. И взяла рыбу на пробу. Мне сказали наши соотечественники, что она очень похожа на ледяную нашу рыбу. Ну и я у этого мужчины, который разделывает, спрашиваю. Он говорит, возьми, не пожалеешь. Ну пока еще ни разу не обманул. Если что-то он советовал, то всегда попадалась вкусная рыбка. Сейчас приду вам ее обязательно покажу. Ой, как жарко. Это кошмар какой-то. У нас вот эти дни были шторма. Ну, я выкладывала маленькие видео, шортс, показывала на ютубе. Кому интересно, зайдите, посмотрели, посмотрите. В один прекрасный момент меня вообще чуть не унесло в море. Я, конечно, очень испугалась. Вот. И я думаю, что на самом деле море уже потихонечку остывает. Ночами прохладно, но все равно сейчас оно успокоится. Я обязательно схожу, попробую искупаться, ну и, конечно же, вам все расскажу. Ну а я бегу домой, сейчас забегу еще в Бима в овощную лавку и уже поедем в Аланию. На днях собираюсь в одно интересное место. Не знаю, правда, кто мне составит компанию. С Денисом пешком и червонкой это далеко будет идти. Так что попрошу кого-нибудь из девочек, ну или в крайнем случае одна пойду. Это видео будет полезно тем, кто сейчас здесь находится, ну, естественно,
тем, кто только собирается сюда приехать. Оставайтесь, будет правда очень интересно. Я, кстати, там еще ни разу не была. Вообще, конечно, на самом деле, мне сейчас наш Махмутлар напоминает период пандемии. Настолько мало людей, что я не знаю, куда все разъехались. Ну, понятно, что с ВНЖ сейчас такие проблемы. Поэтому, наверное, и такая ситуация сейчас в Махмутларе. А, сейчас еще велосипед отремонтируем, и я обязательно доеду, покажу вам, где можно купить вкусные горячие круассаны. И я просто так подумала, сейчас же очень много кафе открывается, где вот именно готовят вкусные круассаны. Я хочу посчитать, вот купить отдельно рыбку засолить самой, ну, зелень, понятно. Вот, круассан, сколько это обойдется, дешевле или дороже будет, чем в кафе. Покажу вам нашу красавицу гору, как на открытке. Так, ну я уже дома, сейчас вам покажу, что я купила, и расскажу, насколько мне это обошлось. Так, куриные грудки взяла, такие и бедрышки взяла. Это котлеты буду делать, а это я хочу... Ой, грибы забыла купить со сливками, ладно, ничего страшного. Отбивные сделать с грибами. Так, пинаровские сосиски, они по 17,50. Фарш взяла, одну упаковочку и одну говядину. Денис, наверное, плов будет готовить. Курочку взяла целую, она стоит сейчас 57 лир. Так, яйца 46 лир. Два апельсина взяла, перчик. Что-то хотя с такого вот кефира. Вот этот вот весь объем продуктов у меня вышел на 577 лир. Не знаю, дорого это или нет, но цены растут, как я уже говорила. Вот, допустим, фарш 110 лир стоит, мясо 105 лир. Курица 117 лир за килограмм, вот получается, бедрышки были по 115 лир за килограмм, ну что-то акции прям вообще мало. Итак, это 577 лир. В магазине А101 я купила, значит, только сосиски, они 45 лир. Взяла долму себе 27, она так и осталась, и вот захотелось мне какао, они сейчас по 2 лиры. Итак, в магазине А101 у меня вышло на 80 лир. Сейчас покажу, что купила в магазине Мигра. Значит, гречку, она 32 лиры. Прям захотелось, уже, наверное, полгода точно не ела. Вот, вот эта вот рыбка, она получается как наша ледяная. Ну, будем пробовать, потом обязательно расскажу. Денис эту ледяную, кстати, рыбку любит. Потом он скажет свой вердикт. Взяли еще Дораду, я взяла и Себас. Это все мне обошлось, значит, 81 лира, 111 и 55 лир. 55 лир – это самое дешевое у меня Сибас. Взяла вот такие вот салфетки, 100 раз говорила, они мне очень нравятся. И плиту им протираю, ну, вообще все. Червонки, как всегда, палочки. Так, 325 лир. И забежала в овощную лавку, брокколи набрала. Взяла аж 3 качанчика, но они маленькие, такие вот. Взяла морковку, это я буду капусту квашеную делать. Взяла цветную капусту. Вот это вот у меня все вышло на 100 лир. Ну, может, из-за того, что много брокколи набрала. Значит, цветная капуста по 20 лир килограмм, брокколи по 40 лир килограмм, морковка 20 лир килограмм. Ну, вот такой вот объем продуктов у меня получился на сегодняшний день. Это нам точно хватит с Денисом на 1,5-2 недели, а то и побольше. Ну, а я желаю вам всем хорошего дня. Берегите себя. Гирыш и Рус, друзья!